все поедут, Олесь. А кто все? Ну, не знаю. Я поеду. Так ты зови, кого ты хочешь, все и поедут. Я, честно говоря, не знаю, потому что отписывалось пару человек всего. Что? Пару человек. А кто еще отписывался сегодня? Ну, Данилов отписывался. Какой Данилов? Ну вот, я тебе говорил, что Алексей. Да. Еще кто-то. Я не помню. Данилов, наверное, команда. Это сам Данилов, нет? Я к тому, что большинство народ просто приезжает и все, никто же не говорит, я поеду точно. А, это Иголинская. Иголинская отписывалась. Может, Полина поедет опять, может, еще кто-то. Сложно сказать. Ну, это уже тебе решать. Это уже есть? Я думаю, есть. Очень много. Вот, справа от здания, там Полина хорошая. Вот там. Все, выбрали, наверное, уже Малинник-то. Ты подругу свою хотел все звать в палатку. На деревню найти выйти, на следующий матч. А нафига ей палатка тогда? Ну ты говорил, вот вы хотели палатку на двоих с ней. Ты меня все спрашивал про палатку. Ну ты помнишь, говорила, вот да, мы хотим, купить, чтобы с подругой ездить, ты говорил. Ну, что только с этой, вот еще кто-то говорит. Я говорю, ты звон, кого знаешь, кто тебе нравится, позвони, поедем. Так вот, мы-то едем вот ради своего прикола. Туда. А так, кто там приедет, сложно сказать. Вообще, вот на вторичной много народу интересовалось. Что, вторник, по вторнику едем? Ну да, мы пришли во вторник, нашел разговор, что, как, куда. Мы говорим, вот так вот туда. Так, песочек. Прямо. Едем все время по дороге. Только чем дальше, тем аккуратней. Да? Прям. Да? Вот. Вот как дорога идет. Да? Да. Только аккуратней, там она может кончиться, или кочки, или ямы, или лужи. Везде кусты, может ручей быть.
Куда? Нет, конечно. А? Чтобы в рот перейти. Вау, вау. Туда, туда. Ну, Вань, там хочешь перейти, да? Да. Прямо? Поехали. Сейчас можно пешком идти. Да, там сейчас. Песок. Прямо? Прямо, прямо туда в песок, там съезд будет. Да. Там. Аккуратно там песок. Можно аккуратно перейти. Вот прям тут. Ну да. И там по тропинке, или в деревню, или по берегу Волги. А как ближе? Ну, по берегу Волги ближе, но я не знаю, есть ли там дорога. Не, поехать тогда по... А там, да, мы там выйдем на асфальт, как раз туда, где знак был, большие барки. Ладно, давай. О. Вот здесь, по крайней мере, можно на ту сторону подняться. Вон там, смотри, крест. Глубоко, мне кажется. Не. Здесь переходить. Здесь переходить? Да. Высоко, здесь по колено есть? Не, ну может не по колену, но здесь не очень. Так. Я надеюсь. Но не, ну сейчас если. А у тебя есть? Да есть, но просто ну, не, блин. Вот кусты сейчас пойдешь переоденешь. Ну не. Тебе зачем переодеваться? Просто это. Там еще будет опять какой-то бород опять большой будет. Там мокрая тоже. Нет, мокрый нельзя надеть. Нет, я говорю, ты сейчас перейдешь, снимешь мокрое, видишь, сухое. А потом, когда захочешь перебраться. Ваня, а там через Волгу еще, Ваня? А я не знаю, мы сейчас решим. Я думаю, что в принципе все готовы сейчас в рот перейти. Блин, он не голубой. Ну сейчас узнаем. Олеся, я не могу. Блин, а велик-то когда? Я перетащим. Ну блин. Олесь, у тебя велик сколько есть? У тебя несколько велик сейчас есть. Просто... И ты говоришь, блин, а ты я должен так говорить. Или 7 километров крюк. Че, его хочешь на руках? А? Даже на больше. Не, я один был. Одну. Да не, сейчас перетащим. По двое, по трое там. Разберем там. Слышите разочек классно? Че, я хочу съесть банан. Самое главное. То есть, Ваня, смотрите на носочки? Да. Крутые, да? Там внутри уже песок, что ли? Нет, тут все. Это мне пока кеды купила новые. Ага. Это Максим хочет матросом стать, похоже. Ну, матросы есть. Ему за это даже платят. 400 рублей в месяц. Да. Так я же в армии был. Матрос. Так я на крайней севере был. Он матрос вообще экстремал. На ледоколах, на томоходах. Что, перекушаешь, что ли, да? Вать. Я вообще захотел жрать. Видел, брат, сразу. Мы так бодрячком доехали, еще без
без остановок. Кто будет кушать? Ну, у меня свои. Кто голодный? Где здесь блок? А ты что, голодная? Не очень, но давай. Макс, а ты в курсе, ты куда? Куда? Угу. Вот здесь, прямо напрямик? Я не знаю, надо посмотреть. Это полный мышц. Гнезда прямо рядами делают. Я знаю, что там вот яма. Потому что там Ваня бот. Это вообще там в голову ходит. Прыгал. Как водится июльская. Первого Ваня. Сажу пусть. Я всегда думал, что они эти гнезда делают просто хаотично. И руки. Вот, видишь? Ну что, Саш, там глубже? Еще другой дорогу. Еще другой брод. Здесь единственный берег, где можно забраться поблизости. И там дальше тропинка сразу в лес. А я небольшой не дорог. Ой, ой. Нет, пустые, сухие не будут. Черт. Еще можно на носочки встать. Так, раз плавки переодевать тогда. Что делать-то? Кофта намочит, если ты там торцы. Кофта-то высохнет, она там синтетика. А вот. Хо-хо-хо. Подстава, короче. А, чем давай в лодке? Блин, опять смотрите! Здесь человек не боится, взял, пошел и перешел. Не, ну Олесь сейчас. По колено просто. Тут крыло. Не, ну блин. Слава богу, что вы сегодня без трусов. Ты до куда дошел без колена? Не, ну если у тебя есть желание перейти без трусов. Не, просто эти мужики 40-летние не любят без трусов, почему-то броды переходить. А как бы уже все. А? Возраст такой. В смысле? Ему похвастаться старостью. Что когда-то, о, в молодости-то ей-ей. Как раз ничего это и не было. А на самом деле уже просто висит на колено. Да. Блин, я, что это я, блин? А велик можешь? А кто мы велик? Кто мы велик транспортируем? Сейчас мы вместе перенесем. Ты вот лучше шла бы в кусты переоделась. А да, я велик пионер. Можно лодку транспортировать, Вань. Я отвернулась. Вань. Только не делай. Можно мне надуть одну лодочку? Ты отверни. Что ты ржешь? Ты стоит ржом, говорю. Нет. Смотри, Вань, какой челлендж бросает. Ой. Че? Чего? Не, ну варианта два, или голый, или в купальнике. Посмотрите, эротический купальник какой-то. Блин, а в том году я был накачан, он мне шел. А в этом году я решил не покупать отдельно новые плавки. Ну, видишь, я какие зажу. Старческие. Семейники. Нет, ползу, наверное, вообще-то так. Там, ну, бросьте. Ты же, главное, фотоаппарат свой взял. В первую очередь. Перетащит, перетащит. Главное, фотоаппарат не замочился. Так, а где у него фотоаппарат? А, у него вот в этом. Все, я вспомнил. Так, а что это мы сейчас вещи сначала свои перетаскиваем, а потом велики, что ли? Так, если возьмем маленько. Ну, наверное, лучше вещи, а потом велики. Велики тяжелые. Так.